Всем привет, мои дорогие! Из новостей этой недели я чуть не сломала палец. Но палец работает. И главное, это указательный. А вот не надо пальцы раскидывать свои по всем местам. Это я запуталась в дверях. И если бы не арника, наверное, он бы до сих пор очень болел. Вчера я осмелилась переделать маникюр. Палец посинел чуть-чуть, ну, ноготь в нескольких местах. Но, не знаете, не то, что он весь черный. Но, в общем, работает. В общем, вот так. Больше всего я испугалась, что я не смогу работать и рисовать, поэтому на второй день я уже рисовала и работала. Правда, держала я карандаш вот так и ручку вот так вот, палец отставляла. На третий день уже рисовала нормально. Да и вообще у меня на самом деле поболело, ну, может быть, от силы, мне кажется, часок сильно. Ну, в общем, арника, кто не знает, арника должна быть всегда с собой. При любых испытаниях жизненных. Еще новости. Я сделала новые грозди. Еще новости. Я сделала кучу всего. Оказалось, что я сделала настолько кучу всего, что все-таки это надо разделить на две истории, потому что одна какая-то совсем архаичная, а другая я бы назвала лето. Я пыталась какие-то ассоциации придумывать, но у меня родилось только вот это, знаете, что-то такое. Не все коту масленица, не все белочки орешки, не все русалки море. В общем, это к тому, как мы проводим это лето. Я не знаю, где вы. В городе как будто никого нету. Я в Москве, и как бы перспектив куда-то сильно уехать на самом деле нет. Поэтому ну, вот так. Это мечты о лете. Тут есть и море, и русалки, и котики, и все яркое, сочное. В общем, мои мечты о лете. Потому что вот, наверное, все желания как-то провести это лето, они вот сублимировались в коллекцию, потому что в реальности вряд ли им будет суждено как-то воплотиться. Грозди. На самом деле грозди, вот те первые я сделала. Меня попросили сделать определенного цвета, я сделала, но остановиться же невозможно, и я сделала еще. Поэтому вот эти очень красивые фиолетово-лиловые, здесь есть такие, видите, под такие перламутровые, и есть прозрачные. И, конечно, все вместе это смотрится очень красиво. По весу они не супер легкие, эти где-то 22 грамма, есть 24 почти подлиннее, но... Знаете, на ушах, в принципе, нормально ощущаются, зато это очень красиво. Я в своем платье, которое всем так понравилось, из винтажного. Мне кажется, это называется хлопковый атлас. Я не знаю, как его еще назвать. У него хлопковая основа, но при этом вот он такой атласный. В нем очень приятно, но он очень цепляется. И ткань я купила, она мне напомнила кинзошные какие-то мотивы. Вот это типа платье у меня а-ля кинзо. Так, значит, показываю дальше. В общем, это такие вот... Прекрасно фиолетово-лиловые. Вторые грузди супер длинные, потому что я как раз делала их к заказу, а там девушка очень любит прям очень длинные серьги, но ей хорошо все это. Она очень экстравагантна, она прекрасный дизайнер. Ох, эта девушка. Вот такие. Они, наверное, сейчас теряются у меня с волосами. Но там два оттенка, на самом деле, такой один зеленоватый, другой охристый, и чуть-чуть я добавила серого. По цвету просто потрясающе сложные оттенки, и они тоже потрясающие. Вот эти как раз, видите, они подлиннее, они роскошные, они весят 24 грамма. Это как тяжелые бычки. Но вы же понимаете, когда у вас такие грозди. А потом про море. Очень море хочется, поэтому мы ныряем вот в таком духе. С рыбьим скелетом. Но цвет, посмотрите, это все такое сочное. Такое кинзо, ну да, со скелетиком. Что делать? Под всякие... Я прям с купальником их представляю. С ярким купальником. Желтым, синим, белым, черным. Ну, в общем, вот. Мне сюда тоже, кстати, отлично. Очень задорненько. Ну, а как еще вот нам, творческим ребятам, выражаться само?
еще одни бирюзовые. Бирюзовые. Может быть, даже их нет. Там все-таки надо здесь показывать. Как раз с моим контрастным платьем. Это будет тоже очень контрастно. Кстати, смотрите, контрастное платье. Я не добавляла себе каких-то супер контрастных вещей в макияж, но летом вполне себе мы дружим. Вот так. Так. Значит, море. Не все русалка в море. Посмотрите, какие русалочки. Это же просто прелесть. Я когда их сделала, я хохотала, если честно. Я думаю, боже, какая. И вот они супер легкие. Хвостики. Те, которые жопки, на самом деле это хвостики русалочки. У них есть еще одна интерпретация. И выглядит это потрясающе. Весят ничего. И, конечно, это очень красиво. Вот. Называется еще одни у меня любимки теперь. Прям вообще. А, значит, дальше. Что я вам показываю? Ой, что я вам показываю? Мне снятся кошки. Это прям какой-то кошмар. Снятся котики, поэтому котики к нам тоже снова пришли. Здесь котик котику друг и товарищ, и котик котиком погоняет. Посмотрите, здесь котики, здесь вот эти точечки. И, в общем, котики куда-то пошли. Куда-то они пошли. И ведь прелесть не только рассказать историю про котиков. А чтобы это смотрелось классно, а это смотрится классно. Здесь горошки, здесь котики. Хочется, чтобы какой-то был юмор и в одежде. Как его можно добавить? В горошек какая-то сумасшедшая рубаха, платье. Мне кажется, прям с горошками здесь было бы классно. Может быть, какой-то чумовой принт. Такой в стиле, может быть, даже немножко винтажный. Но классно же. Хотя вот даже с таким платьем, как у меня сейчас, где юмор только добавлять, может быть, в обувь. Какая-то прикольная обувь. Ну вот, кстати, у меня есть кеды вот такого цвета, и они бархатные. Вот если я надену кеды и такие серьги, они у меня, в принципе, хотя и далеко им ритм создавать, но они создадут все равно, и будет очень даже классно. Вот, если вдруг вы не помните про котов. Ну, у меня, во-первых, новые люди появились. То есть вот такие котики на крючочках с цветочком. Котики весенние. Ой, сразу Маврину вспоминаю. Весенний кот, почтовый кот, летний кот. Вот это весенние коты, те летние. Вот они. Ну, вот тут я темновато одета. То есть меня хочется во что-то более светленькая. И посмотрите, как здорово. Мы с котами. Отлично смотримся. И у этих котов, вот с цветочками, есть, ну, так скажем, если вы животных не хотите по какой-то причине, есть такой стилевой аналог — цветочки. Вдруг вы тоже про них забыли. Они очень красиво смотрятся. По форме они, вот такую форму я бы назвала идеальной. Она очень комплементарно к любому лицу. И посмотрите, чудесно как. И если такой вот стиль мультяшно-наивный, юморной вам подходит, то вот, пожалуйста. Тем более сейчас лето. И, соответственно, люди, которые, например, зимой такое не могут себе позволить, может быть, одежда темная, еще что-то, то летом нас больше. Я-то понятно. И летом, и зимой. Нет, эту кучу я показала. Вот это еще же куча у меня. Какую первую кучу будем показывать? Давайте вот эту. Ой. Это сейчас должно красиво очень с платьем завязаться. Значит, вверху сердечко, здесь капелька, здесь еще цветочки, здесь этот синий. Ну, вот это прям, мне кажется, серьги, которые были навеяны этим платьем. Серьги в духе кинзо. Прям чудесно. Да, точно, посмотрите, они прям вот... Вот меня спрашивают, как ты придумываешь серьги? А вот так, платье поносила, придумала серьги. Потому что серьги, да, позже появились, чем платье.
Тын-тын-тын. Вот они какие хорошенькие. А еще две пары покажу, напомнить, что они есть. Потому что вот это тоже очень даже кинзошная. И если вы любите крючочки, то вам сюда вертится в волосах, конечно. Если волосы собирать, то она будет висеть. Но все равно подверчивать слегка будет. Нет, я так не попаду. Будет? А, ну у меня здесь, слушайте, здесь у меня, во-первых, вот это ухо у меня дырка здесь не очень ровная. Ну вот. В общем, красиво невозможно. И тоже очень классно к этому платью. Еще немножко контраста я вам покажу из новенького. Вот это. Посмотрите, какой здесь прекрасный синий. Это, как вот его назвать? Он синий-бирюзовый. И там внутри еще сияет таким более ярким спектральным синим. Очень красивый. Собственно, серьги-то я только, мне кажется, из-за этих кабошонов и придумала. Я бегала в магазин, прикупила как раз эти кабошоны, и как-то меня прямо... Я поняла, что надо так делать. Вот, красиво, невероятно, чуть тяжеловато. Наверное, ну, под 20 грамм здесь. Потому что вот это крупный элемент, и все-таки это стекло. Но выглядит... Видите, выглядит очень красиво. Понятно, что вот эти, конечно, очень легкие. Да, и вот всех котиков я пала, все это очень легкое. Я поэтому и ничего не говорила. Вот, а это очень красиво. Это очень красиво и нелегко. Так часто бывает в нашей жизни. Очень хочется очень крупного хлопкового жемчуга, поэтому я продолжила делать какие-то с ним модельки. Вот такие роскошные цветы. Я даже не могу сказать, что это цвет мадженты, так вроде фокусируется. Там всякое, там и мадженты, и чуть какого-то неонового, и бронза. Ну, в общем, вот, насмотревшись на цветы летние наши, невозможно не придумать какие-то такие цветы. Правильно же? Посмотрите, как это здорово. Ну, и они прям, вот знаете, такие настолько чувственные. Хочется прямо сразу, может быть, кимоно. И вечерняя какая-то прогулка в приятной компании. Да. В общем, как-то вот эти цвета, потому что здесь розовато, такой серый сложный цвет еще вот этих жемчужин, это все очень легкое, хочется как-то сразу вот... очень что-то чувственное одеть. Надеть. И очень странная пара. Я ее доделывала сегодня. Это, я считаю, что панки и 70-е слились. Потому что это что-то с чем-то. Посмотрите. Тут и веревочка, и вот эта штучка, и они разные. И здесь сияющий такой красивый кабошон. В общем, это небольшой такой ку-ку, я бы сказала. Мне скажете, Ира, ну что ты там намотала? Зачем это? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, это неожиданно. В-третьих, по-другому не держится. Поэтому они... Но мне нравится, что таким образом я вот эту какую-то гламурную историю с них сбила, спесь гламурную, и они стали прям классные. Они без повторов, и они вот такие одни и прекрасные. И очень странные. И в этом их прелесть. И, собственно, я все показала, но вдруг вы забыли, что у меня есть еще прекрасные листочки, лепесточки. Вот такого очень радостного зелено-голубого цвета. Кстати, может быть, я их еще в прошлом году сделала летом. Вот когда так долго у меня что-то задержится, я сразу спрошу, Ира, а не намекают ли тебе серьги, что им надо остаться с тобой? А может быть, и намекают. Эти ветки-то я по-всякому люблю. Они мне вообще просто идеально, конечно, подходят. Так мне этот цвет освежает. Слушайте, наверное, да. Так, забудьте это. Теперь развить ветки. Закончим на ку-ку.
Закончим на ку-ку и закончим вопросом, а как вы проводите ваше лето? Всем хорошего настроения, несмотря на все сложности, которые есть у нас во взрослой жизни. Я, кстати, про сложности. Про эти сложности я расскажу в следующей части, точно. А здесь я оставлю хорошее настроение, лето, море или мечты о нем. И, в общем, я всех вас обнимаю. Пока!